Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами канал «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня я расскажу вам легенду о прекрасном цветке с патифилами, или же по-другому его называют «женское счастье». Конечно же, слышали о том, что с патифилом дарит женщинам небывалые возможности, приносит в дом счастье и любовь. Этот цветок в период цветения обладает чрезвычайной магической силой. Одиноким помогает встретить любовь, замужним обрести семейное счастье, а бездетным забеременеть. Не верите? Тогда попросите, чтобы вам подарили с патифилом, который в народе еще называют женским счастьем, и проверьте на себе. Ведь если сбудется примета, связанная с необычайным цветком, то это ведь только к лучшему. А сейчас послушаем легенду. Существует древнегреческая легенда о том, что богиня любви Астара в день своей собственной свадьбы простой земной девушке подарила белый цветок. Цветок этот был в форме сердца, в который поместила богиня свое блаженство. Свой дар Астара наделила магическими свойствами, делать счастливыми женщин, которые ухаживают за цветком с чистыми помыслами и верят в любовь. С тех давних пор этот белоснежный цветок с патифилом помогает женщинам найти свою вторую половинку, удачно выйти замуж, укрепляет семейные узы и дарит радость материнства. Вот такая вот замечательная легенда о цветке и любви. На этом у нас все на сегодня. С вами был канал «Цветы в моем доме». Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Буду признательна за оценку к видео. И подписывайтесь на наш канал.